Всем привет! Сегодня идет у нас шестой день наших работ, как мы зашли сюда, это Латвия, торговый центр Риатон, МС в квадрате, да? Самая дорогая торговая площадка в Латвии. Ну, если общий срок у нас 13 дней, сегодня у нас пройдена точка 6 дней, то есть фактически середина. А по моему соображению, здесь должен был быть уже регипс, и 3 дня нам на доводку, поскольку интерьер сложный, на нюансы, которые мы еще даже не знаем, с которыми столкнемся, и наверняка нам их преподнесут. А сейчас получается, что у нас нет этих 3 дней, вышли где-то у нас небольшой расход по материалу, и выглядит сегодня вот таким образом все. Дело в том, что, как выяснилось, у нас 3 проекта, и не попали мы ни в первый проект, ни во второй, ни в третий, так бывает. Дело в том, что здесь оси нарушены. И если брать какую-то привязку к чему-то, ничего не сходится. Поэтому мы решили взять свой угол, который мы сделали, и от угла уже делать первую, вторую, третью, и делать свои размеры. То есть у нас теперь есть четкое видение этого проекта, что здесь будет и как будет выглядеть. И поэтому надо наплевать на то, что нам нарисовали архитекторы, на то, что нам говорят местные идут архитекторы, да. У нас есть четкое видение, что мы делаем. У нас есть заказчик, с которым мы консультируемся, и надо работать под него. Слишком много умников, и не получается у нас ничего работать. И надо сказать, что чертежи сделаны неграмотно. Единственное, чем мы пользуемся сейчас, это чертежами электриков. Из-за точных привязок они более точные, чем архитектурные чертежи. Так, сегодня к нам присоединился наш монстр. Это Саша Жданов. Человека мы выдернули с постройки церкви и стесняется попадать в камеру, но наши мозги здесь тоже закипели, и у него толком сегодня ничего не получилось. Целый день он убил сегодня. Хорошее дело сделал, нашел ошибку, которую мы допустили ранее, исправил ее. Он фактически на этот день у него ушел. А теперь мы, по крайней мере, знаем, что у нас есть четкий периметр здесь, здесь. Если честно, из-за того, что эта стена развернута, мы уходим здесь на 30 сантиметра, но поскольку он прерывается 2 ригелями, мы компенсируем эти 30 сантиметра потерю, и в конечном итоге у нас все сойдется, уверен. Вот, 6-й день, по-прежнему все мрачно. Я бы был гораздо весело, если бы мы сделали бы хотя бы один пролет или один перекрестный пролет. Но поскольку этого не произошло, я опять опечален. Не хочу даже залазить смету, мы от нее, чувствую, лихо уйдем. Ну, что? Ставим. Единственное, что пока нравится, что это действительно сложный интерьер, что это место довольно дорогое и престижное, и даже если мы здесь потеряем что-то в финансовой точки зрения, мы выиграем а с профессиональной и б в рекламе. Не каждому здесь дано и строители работать, сюда очень трудно попасть, и слава богу, что мы попали и сталкиваемся вот с этой вот с этим дерьмом. Соответственно, просто набьем больше шишек и получим больше опыта. Да. Да. Не четверку, а срезаем эти 2 угла и ставим наверх. Только сначала снимаем четкий размер. Потому что уже раз обманулись, по уровню вставляем вверх и потом снимаем четкий размер.